Что ж, всем добрых времени и суток, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Предатель! Эй, уберите мечи! Вы же хотите арестовать меня, да? Нет! Он так чего ты хочешь? Уйди. Чтобы ты умер! Давай, давай! Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Других вариантов нет! Вот так. Давай ты еще. Легко. Вы мне еще заплатите за мое лечение. В будущем. Так, здесь вроде бы все, да? Тогда пошли. Мне здесь не страшно. Внимание! Так, давайте по крышам пройдемся, потому что, думаю, будет быстрее. Так, хорошо. Эцо, ты при... Да иди сюда. Сейчас ты умрешь. Давай, давай. Давай, давай, давай. Так, на лечение. Да иди в баню. Бегите! Это лицо мне знакомо. Народ! Меньше проблем хочете? Давай, нападайте! Зачем тогда нападать? Вот. Господи, может тебя еще похвалить за эти шалости? Ну, чувак, открой же ты. Блин. Эцо аудитория? Что ты делаешь здесь в такой час? Это я не... Погоди, сынок. Отдышись. Отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эцо. Я все улажу. Вот этот чувак странный. Так, в этих документах содержатся доказательства заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация... Я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эцо. Все будет хорошо. Так, все. Все же будет хорошо. Ну что ж, направляемся, так сказать... Ой. Грулу. Еще один чужак. Вот это мужчина. Не то, что Ориго. Эй, Дико, почему ты так себя ведешь? Потому что я Эцио. А если Эцио, я делаю все, что хочу. Так, давайте наперед зайдем к доктору. Где же этот наш докторишка? Привет. Лечу все. Лечи меня. Потому что мне пригодится. Сейчас тебе станет лучше. А может, со мной пойдешь? Ну ладно, не хочется, я пошел. Так, теперь сюда. Сделки по торговле шерстью с иноземцами облагаются до...
Пойдите на суд над Петром. Окей. Идем на суд. А там она суд идет. Джованни Аудиторе, вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжёт. Надо подобраться ближе. Вот сука. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Отец! Эй! Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Твою... А вот этого я не ожидал. Убейте его! Беги отсюда, парень. Поскорее. Так. Ах ты. Ах ты. Так. Да защищайся ты. Эй, его! Давай. Давай, да. А меча никакого нет. Давай, давай, попробуй, попробуем хотя бы. Да блин. Да... Почему ты не защищаешь? Ну ладно. А хотя. Ах ты! На! О! А теперь пора. Никак не получилось. Добрые люди, подходите, покупайте. Все, что вам. Черт. Попробуй поймай. Да вылазь ты. Давай, яйца, вылазь. Другого выхода нету. Ой, юб! Да. Мы убежали. Подходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки с русскоина для пахнет. Если вы видите бой, видите бой, то укрытие отражается на мини-карте в виде синих точек. Пам-парам-пам-пам-парам. Мы будем бежать так. Флорентийская
У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка ответила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной, вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. О, доктор! Тебе нужна медицинская помощь? Поверь мне, друг, скоро тебе станет лучше. Так, идемте сюда пешком. Давайте лучше... Вот так вот. Пойдем. Пусть лучше он ведет себя тихо. Я его я знаю. Уже видел, я уже видел, что такое. Иди сюда. Лежать некуда. Сдавайся, кретин! Обозвался кретин, черт, да? Черт, какой уж ладжу! Вон там, бей его! Ах ты, если упадут, вам хана. Бежать некуда! Смирись со случайностью! Так, и что он делает? Бежим. Простите, я не могу. Ой, это привычка. Лучше я отойду в сторону. Он кажется уже... Он взять! А, ладно. Давай, подай. Ах ты! Вау, молодец! Задай жару! Ах ты! Ma che cosa aspetti? Отстань! Вот так! На! Ах ты! Иди сюда! Иди сюда! Отпусти! На! А теперь ты. Быстрее, он здесь! Покончим с этим. Бежим отсюда. Быстрее, быстрее, тебе конец. Задаемся. Так. Он уходит. Сюда. Такие плащи. А это не... Блин. Вот! Я его не вижу! Я вижу его! Лачу! Задаю жару! Ну когда вы меня перестанете искать? Смысл всех твоих подвигов? Ах ты! Сейчас ты умрёшь! Давай, давай! Скотина! Не бей! Ме... Не.
Вот где наша цель. Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, месье Редсо. Анетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, дона... Типрего, зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация, я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Гонфолоньер опасный противник. А ты не убийца, Эцио. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Все, я смешался с толпой. Что, нравится? Мы позаботимся о тебе. Почему я не могу? Упражняйся со мной сколько хочешь. Так. Пусть лучше ведет себя смирно. Салют! Так, видимо, так. Ой! Блин. Я тут ни при чём. Идиот, зачем я его грабил? В моём ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Что, нравится? Ой. Вот так вот будем идти, короче. Ха-ха. Камеру надо поворачивать иногда.
какой-то благородный вор. Это лицо мне знакомо. Вот так вот. Ты когда-нибудь видел такой плащ? Доброго дня. Ужасно старомодный плащ. Какой невинный наряд. Должно быть француз. Французы, французы. Где же вы, французы? Куда дальше? Ага, сюда. Ой. Бене, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Вор! Вор! Эцио, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите вора! Меня ограбили! Как только очистишь чей-то карман, сразу же уходи. Ну что ж, продолжим следующую часть. С вами был Саня Электрик. Всем пока.